обсуждать, потому что если вот, то в этом районе же есть места. Вот даже на остановке Даурска сносят вот эти двухэтажные бараки, там еще их будут сносить, там еще несколько остров, там целое поле будет. Но там нет парка. Они хотят парк. Если бы они поставили вот на том же месте, допустим, они что-то еще вокруг вырубят. Ну вот, чтобы расширить эту свою часовню. Но оставили бы ее там, где она сейчас есть. Давайте будем обсуждать, потому что сейчас, по-моему, территория храма там. Если она будет перенесена сюда, то здесь логично, да, по вашему мнению сделать? А где они планируют территорию храма, простите? Территория, по-моему, напротив магнита получается. Это не вот здесь вот то, что засыпали? Нет. Нет. Действительно, а, чтобы конечно, там меньше было. Вот эти вот вырубить-то, конечно, облагородить надо. Допустим, вот мелкие, которые больные. Это действительно нужно облагородить, как хозяйка в своей квартире. Чтобы было и посадить аккуратно. Дополнительные еще много и, деревьев. Да, и посадить дополнительные зеленые, более какие-то, может быть, другие экзотические даже деревья. Почему нет? Какие-то, да, с арником больше.